Полиция Великобритании задержала 6 подростков 15 и 16 лет по подозрению в нападении на представителей польской диаспоры. Один из них скончался в больнице от тяжелой раны головы, второй получил легкие ранения и уже выписан. Место трагедии в пригороде Лондона посетил посол Польши. Поляки живут в Великобритании на протяжении многих лет, многих десятилетий, возможно, даже веков. Поэтому я надеюсь, что такого в будущем больше не случится. Не вызывает ли в Польше беспокойство ситуация с ростом ксенофобии после референдума по Брекситу? К сожалению, после Брексита такое происходит все чаще. Нам на сегодня известно минимум о 16 подобных случаев. We found about 15 or maybe 16 altogether such a situations. В полиции считают национальную ненависть одним из самых вероятных мотивов преступления и подтверждают, что после бурной кампании перед Брекситом число подобных нападений заметно выросло. Польская диаспора сейчас крупнейшая в Великобритании. По численности 850 тысяч человек, она превосходит даже индийскую.